Всем привет, дорогие зрители, и сегодня у меня будет еще одна легендарка 4 уровня. Давайте посмотрим, что тут у нас. А у нас лава. Лава у нас на 4 уровень. Значит, если вам интересно, то выпала она мне с сундука за 10 побед в большом испытании. И сегодня мы ее прокачаем на 4 уровень. Но есть такая маленькая проблемка. Я не умею с ней играть. Ну, если честно, я вообще не умею играть, вот, ну, в принципе, мне это не помешает, все равно мы сегодня ее прокачаем, я сегодня покажу вам колоду, мы сегодня с ней сыграем, но прежде чем перейдем к теме ролика, я думаю, вы уже заметили, на моем балансе 42 тысячи гемов. Ребят, это означает, что я планирую сделать выпуск по открытию сундуков. Я сначала хотел сундуки фортуны, думал, что-то будет годное, тут какая-то какаха. В общем, я, в принципе, могу сидеть и ждать, что будет годного в сундуке фортуны, либо же могу прямо вот после этого ролика пойти и записать, где я открываю легендарный сундук короля. Значит, если вам интересно, если вы хотите... Давайте сразу же на этом ролике, ну давайте 5000 лайков, это немного. Сразу же набираем, и сразу же в этот же день выходит видос по открытию легендарных сундуков короля. Если же не набираем, значит вы не сильно хотите, я буду ждать сундуки фортуны. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, ну и напишите в комментах, что же вы хотите. Должен же я знать, потому что ну по лайкам и подпискам сильно не определишь. Ну что, собственно, я готов, вы готовы, да я думаю вы всегда готовы, в принципе погнали. Прокачаем лаву. А, кстати, давайте не так. Давайте мы лаву прокачаем с самой колоды. Вот она колода. Не знаю, честно, я с лавой не играл, скопировал первую попавшуюся. Я думаю, что в этой деке еще, ну, пламенный какой-то должен быть, либо шахтер. Ну, я так привык. Вот, но у меня как-то так. Ну, в общем, проверим. Я готов. Прокачиваем лаву. 50 тысяч этого золота. Сейчас теперь надо сделать скриншот для превью. Потому что, ну, потому что надо. Это ведь... Так, все, хорошо. И теперь нам надо что? Получается прокачать еще шарик, потому что это два боевых патрона в этой колоде. Лава плюс шар, а, блин, все остальное как бы это дополнение. Ну что, прокачиваем еще и шар, это 100 тысяч золота. Блин, конечно, получился невыгодный ролик. Да, потратились мы так неплохо. Но в целом, я не буду играть с лавой, серьезно. Не знаю, зачем я прокачиваю, только для видоса. Только, блин, вот чисто по фану. А возможно я сейчас сыграю, мне понравится. Поехали в бой, пацаны, не буду, в общем, тянуть резину. Сразу говорю, будет 3 атаки, и все они будут поражения. Просто будьте к этому готовы. Так, ну что, я думаю, что надо ставить надгробие, да, в начале поединка, ну, скорее всего, да. Так, блин, если бы я знал, что у него там печка, я бы поставил надгробие в другую сторону. Блин, давайте разделять, наверное, стражей. Отлично, один скелетик сейчас на себя заберет. Не забрал. Окей, ладно. Так, давайте здесь... Самое главное, я не хочу встретить палача. А как же я вовремя выбросил фаербол? Курсы по обучению, как бросать правильно спылы, ребят, у меня в паблике. Подписывайтесь, ссылка в описании. Вот. Так, смотрите. Давайте, короче, у нас уже есть гончая. И у нас уже есть шарик. Я думаю, что это убийственная связка, и меня никто не остановит. Поехали, выбрасываем адскую гончу за башней. Коргик, блин. А чем же его контрить-то? У меня есть надгробие, у меня есть стражи, миньоны. В принципе, неплохо. Так, если я выброшу шарик вот здесь, полетит ли он на башню или он полетит на печку? Так, здесь стражи. О, там лучницы. Так, так, так. Бревно. Окей. Так, а никто не полетел на печку на самом-то деле. Шарик долетает к вышке. И... Вау. Вау. Две тычки он наносит и... Да ладно, снос вышки. А, это просто круто. Повезло, наверное, ну окей. Так, едем дальше. Ставим надгробие да на эту же сторону, на правую. Потому что я думаю, что он будет печку на правую башню опять же ставить, потому что урон в основном по этой башне сейчас идет. Так, но что? Я, в принципе, хочу забить на нее. Ну, 1700 хп отдавать даром как-то, слушайте, ну это прям подарок для него будет. Не, будем дефаться, будем однозначно дефаться. А вот, он потратил лучниц на правую сторону, а чем же он будет дефать мою гончую? Ой, господи. Так, давайте, мега миньон. Давайте вот здесь фаербол. Какой-то такой он немножко кривой, ну ладно, не будем придираться. Так, поехали. Да быстрее, быстрее разносим зап. Отлично. И стражи спасите. Блин, ну почему вот лучницы сагрились именно на мой шарик? Это, блин, пипец как неприятно. Потом...
А к этому парню обращайтесь, как правильно нужно ставить здание дефа. Вот он знает в этом толк. Вот. Ко мне обращайтесь, как нужно правильно спылы выбрасывать. А к нему обращайтесь, как правильно ставить здание дефа. Так, давайте здесь, короче, мегаминьон. Хотя надо было наоборот. Потому что от духов сейчас умрут мои три миньончика. Так, он выбрасывает бревно. Здесь давайте стражи выбросим. Блин, да сдохни ты уже, жирная тварь. Давайте тут фаербол. Ой, фаербол кривой. Тинс. И, ну, взорвется, да, взорвется же и уничтожит. А, да, отлично, все. Фу, блин, черт возьми. Я не знаю, я вот честно не знаю, чувствую себя неуверенно с этой колодой. А так, в целом, прикольно, блин, шарик долетает, там две тычки делает, уже все, башни нету. Поехали в бой, смотрите, я сказал, что будут все три поражения, уже минус один поединок, он у нас победный. Значит, ну, скорее всего, два будет, хотя посмотрим, кто его знает. Может, я буду лучший, кто играет лава-шар. Да, вот сейчас поиграю, натренируюсь и буду просто эксперт в этом. Ну, это, естественно, все шутки, парни. Так, давайте выбрасываем лаву за башней. На нас идут гоблины. А, так, мне кажется, это мортира, либо хок. Не знаю. Так, ладно. Так, тут миньончики. Сейчас хок полетит, тут фаербол. Отличный. Нет, не отличный. Ну, не отличный же фаербол. Блин. Ну, как так-то, а? Че, запнуть лучниц? Как? Ух ты, там уже армия лучниц просто. Так, пацаны, я понял, это хок. У меня не было тамбы просто. Сейчас я буду теперь надгробием его отвлекать. И, наверное, менять место атаки. Теперь буду не левую башню, а, наверное, правую дамажить. Ну, хз. Ставим надгробие. Ставим надгробие. Так, хорошо. Здесь фаербол. Тогда пошла адская гонча. Ну, блин, он же сейчас возьмет и слева протачит. Но я же знаю этих хаговодов. Ну да, кто бы сомневался. Так, ну, зап плюс ледяной дух не уничтожит стражей. Да-да-да. Вот, так, теперь. Значит, у него лучницы, миньонов я еще не видел. Вот, забрасываем шарик, пушка. Так, тут у нас мега-миньон. Так, шарик быстрее. Быстрее, мой молодец. Да, пацаны, смотрите, получается играть лавой шар. Да это же проще простого. Просто выбрасываешь лаву и просто выбрасываешь шар, и все. Да действительно несложно. Но, возможно, противник просто такой себе. Ну, серьезно. Так, ладно, а теперь. Ну, он же опять сейчас фаерболом, да? По надгробию. Давайте снова выбрасываем лаву. Давайте сразу стражи здесь. Так, а он сагрится? Да, смотрите, я не знаю, его, походу, рыцарь подтолкнул на надгробие. Надо будет пересмотреть этот момент. Так, давайте сразу мега-миньона, дабы уничтожить этих двух... Блин, не дает он мне. Короче, ладно, давайте забрасываем шар, готовим фаербол на случай, если не знаю. Так, быстрее, тамбу. Поздно, я ее выбросил. Но я думаю, что все равно я победитель в этом поединке, да, выбрасываем адскую гончу. Такс, давайте. У меня надгробие еще стоит. Он выбрасывает фаербол. Ну, окей. И что дальше? А дальше-то что? Так, здесь три миньона. И очередная победа. Слушайте. А я вот, видимо, знаете, вот не пробовал, а уже какие-то выводы говорю. Не, на самом деле, я шучу. Понятное дело, что посильнее противник будет... Ну да, будет давать отпор. Хотя на самом деле, вот я помню, когда я играл с этой колодой, мне лава была контр. То есть контрить лаву только лучницами, больше нечем. Просто мне везет сейчас. Подобрался бы мне палач с торнадо, у меня бы сейчас бы пукан на Марс улетел. Ну серьезно, я просто, вот, может быть, параноик, может быть, ну вот, я накручиваю себя что-то. Мне постоянно подбираются контр колоды. Вот, а вот сейчас все наоборот, я контр им. Это круто. Последняя каточка, слушайте, уже две победы, это просто космос. О, все, вот это я не умею контрить, вот эту бочку со скелетами, это ж байт на зап или на что там, оп, и все, и, короче, так, давайте здесь стражи, такс. В принципе, опять же, я говорю, надо выбросить лаву и выбросить шар.
И еще такой момент. Кстати, вот кто там лавой шарит играть, вот кто прям крутой там лаваход, можно так сказать, хогавод говорят, значит, лаваход, можно сказать. Вот кто шарит с лавой, подскажите мне какую-то, возможно, крутую прям деку, которую вы уже давно играете. Вот, только не ту, которую играет Clash Line. То есть там Варвар, Орда Миньонов. Не то, чтобы она мне не нравится, просто, ну, я с ней не умею играть. И нет, не подходит мне эта колода. Так, миньончика выбрасываем. Что я еще хотел сказать? А, возможно, в эту колоду стрелы еще бы зашли, но я хз просто. Так, смотрите. Это, короче, мортира с этой с бочкой со скелетами. Знаете, в чем проблема? В том, что у меня реально, я не знаю сколько, давайте посчитаем, но я думаю, что процентов 60-70 колода состоит из воздушных юнитов. То есть мортиру мне по сути нечем отвлекать, да, то есть таргеты и менять, за исключением, ну, как надгробие у меня вроде есть, но это такое. Так, давайте надгробие ставить, здесь миньончики пойдут, хотя можно было и без миньонов обойтись. Ну ладно, так, сейчас будет двойной эликсир. Ну блин, у него просто жесть, как много разного мусора. Копейщики, летучие мыши, банда гоблинов. А у меня только зап один и все. Ладно, сейчас, короче, что-то придумаем. Я еще и миньонов потратил, короче, такая тема. Так, давайте сплит стражей. Делаем сплит. Так. Фаербол, может быть? Вот, может быть, разумно было выбросить фаер, но это не я буду, если я сделаю что-то правильно. Так, здесь зап. Так, у него тоже зап хорошо сработал. Так, смотрите, у нас уже вторая гончая есть. Мы ее, естественно, выбрасываем. Но она, блин, вылетит вперед, интересно. Да, хотя нет, там копейщики. Так, тут мега миньон. Так, быстренько-быстренько уничтожаем его мортиру. Так, тут миньон. А, минус вышка, да? А, ну все. Понял, вопросов больше нет. Так, ну, пацаны, проиграл. Ну, да блин, для меня уже результат неплохой. Два поединка выиграл, с учетом того, что лава это точно не мое. Хотя мне понравилось, честно, буду с вами честен, мне понравилось играть лавой. Вот, хорошая игра. Да ладно, блин, хорошая игра. Конечно, если бы ты проиграл, было бы мнение совсем другое. Вот, просто вот эта колода, короче, меня как-то ну, прям жестко контрит. Хотя, как всегда так говорю, когда проигрываю. Не, ничего меня не контрит, там просто руки нужны, чтобы с нужного места росли, чтобы играть нормально. Именно конкретно этой декой. Хотя в любой декой нужны руки. Ладно. Значит, ребят, ну давайте подытожим, что у нас тут за колода. 3-8 эликсира, да? Для дефа у нас есть, в принципе, надгробие, которое хорошо справляется со своей задачей, как мы уже видели. И мортиру хорошо контрить, если правильно поставить. И Хога, и всех остальных. По воздуху тоже достаточно, мега миньон и 3 миньона, в принципе, вполне нормально. И еще плюс стражи, тоже такая крутая карта на данный момент, как мы видели уже, что она от ледяного духа и запа не умирает, как это миньоны делают, блин. Вот, и очень такие две крутые карты, лава плюс шарик для атаки. Два спыла, ну только вот за исключением запа, меня здесь все устраивает, мне вот кажется, что стрелы нужны. Хотя, ну хрен его знает. Ладно, на этом буду завершать выпуск. Ждите ролик по открытию сундуков, если, конечно, 5000 лайков поставите. Спасибо всем за просмотр. Всем до новых встреч. Удачи, ребята, и пока.